благодарность, это не то, чтобы она Творцу нужна, а она подготавливает меня к последующему правильному действию и к принятию ответа. Там, правильно ли это? Бетах, это цудек. Да, ты прав, конечно. Это не на пользу Творца, а на пользу творения. Все, чтобы мы были готовы принимать от него все благо, наслаждение. Творец не нуждается в наших исправлениях. Мы находимся в нем в исправленном состоянии, но он же хочет вырасти нас, чтобы мы не оставались маленькими младенцами на его руках, чтобы мы выросли, чтобы мы почувствовали, смогли почувствовать все творение и принимать его в таком взрослом виде, да? Сейчас. Это благодарность, она... Вот если молитва без благодарности, мне кажется, что это, по сути, скрытое обвинение. То есть как бы не может быть настоящей правильной молитвы без благодарности. Да, ты прав. У тебя правильный ход мыслей твоих.